Чувашия вошла в пятерку лучших регионов России по развитию жилищного рынка. Аналитики международной аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза» сравнили субъекты страны по количеству выданных ипотечных кредитов и доли ветхого жилого фонда. Эксперты сопоставили количество жителей региона, подпадающих под требования банков к заемщикам, с количеством выданных в регионе кредитов. По результатам такого анализа выяснилось, что в Чувашии в прошлом году ипотеку взял каждый 48-й житель. Таким образом, республика вошла в число регионов с благоприятным соотношением объема ветхого жилья и динамики развития ипотечных займов.